На прошедшей неделе культурный центр совхоза имени Ленина провел сразу несколько мероприятий. Для детей и пожилых людей в клубе «Золотая осень», детский хор русской песни, мастерская рукоделия «Мозаика», профсоюз ЗАО совхоза имени Ленина организовали праздник «Пришла Коляда», в ходе которого детям рассказали о крещении Господнем, а также показали народную традицию коледования. Все, внимание, сюда, ребята, мои дорогие. Сегодня у нас какой праздник? Крещение. Крещение. Спасибо. Вот до крещения были святые дни. Все эти дни считаются от Рождества до крещения святыми, да? И после крещения ребята обычно коледовали. Коляда – гостья жданная. Гостья в каждом доме желанная. Каждый год издалека приходит. Всем, кто ее встретит, да приветит, добра пожелает, во всем помогает. Пойдем мы с вами сегодня коледовать. Коляда, коляда, пришла коляда, накануне Рождества мы искали коляду по всем дворам, по проулочкам нашли коляду у Ларисы во дворе. Просим абсолютно бесплатно неоновые палочки. 22 января на территории прудов для жителей устроили дискотеку под луной. Так, по замыслу организаторов, они хотели отметить День студента. 22 января культурный центр поселка совхоза имени Ленина решил организовать дискотеку для взрослых. И дискотека называлась «Танцы под луной». Проходила она на открытом воздухе и была посвящена Дню студента. Можно смотреть на Яну Михайловну, подходить ближе к подиуму и повторять за ней движение. Подходим, не стесняемся. Подходят как и взрослые, так и дети. Профессиональные инструкторы танца выступили в роли аниматоров и показывали несложные движения со сцены, которым подражали взрослые дети. Прозвучали знакомые хиты. Люди потанцевали под ламбаду и, конечно, попели ставшую неофициальным гимном нашего поселения песню под названием «Совхоз имени Ленина». Образуется ламбада, паровозик, все в паровозик, за девчонками в паровозик. Культурный центр совхоза имени Ленина продолжит организовывать подобные мероприятия, если жители поддержат их проведение своими положительными отзывами и комментариями. Мы также просим присылать предложения о формах проведения культурного досуга, который будет организован в дальнейшем, в том числе и с учетом пожелания жителей нашего поселения. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ «Совхоз». До скорой встречи!